Итак, что ж, дамы и господа, здравствуйте, с вами снова Клён, и как вы можете видеть по вот этому сундуку, у нас сегодня как бы Рождество, именно поэтому хочу вас всех поздравить с наступающими праздниками, и возможно вы будете слышать мой голос сегодня каким-то не таким, потому что все, господа, мой комп сгорел, прямо сейчас я записываю свой голос на микроволновку, стол убежал, короче, много проблем, друзья, скоро мы вернемся на обычный сетап, пока что как есть. И, кстати, сегодня мы играем в карту от подписчиков, если вы еще не поняли, сегодня мне подписчики под никами SovietDogFish и Under31 скинули очень необычную карту по скриншотам. Это выглядело супер интересно. Я не знаю, что здесь будет происходить, но это карта с сюжетом, испытаниями, приколами и пасхалками. Я вижу здесь один из пасхалок. Поэтому что ж, я надеюсь, вы поддержите вашим Лукасом вверх этот видос. Молитесь за мой стол, когда-нибудь он вернется ко мне. Пока что на полу записываем. Надеюсь, мы сможем набрать хотя бы 4... с половиной лайков. Ну и рандомный комментос перед началом. У нас сегодня залетает от Play Games Рома, который пишет: чудесный комментарий, приятного просмотра вам, тоже приятного просмотра всем, господа. Поэтому что ж, давайте приступать. Окей, что ж, давайте начинать читать таблички. Привет, колено, это наша первая карта. Не суди строго, не буду судить строго. Или же буду, посмотрим. Ниже кафедра, тыкай туда и читай. На карте один из пасхалок создавали карту SovietDogFish и Under31. Давайте почитаем, что у нас здесь. 100 страниц, спасибо большое. Я обожаю листать 100 страниц пустых, это же мое любимое дело. Вступление. Привет, Кейн, мы с другом решили создать карту с испытаниями и небольшим сюжетом. Ну, карта первая, что у меня, что у друга, не суди строго. Следующая страница правила. Правило, рендер дистанция 6 чанков, 2-6, окей. Включи быстрый свет предметов, объемный свет, окей, бить стол можно. Сегодня мы не можем бить стол, я записываю на полу, друзья, как я буду бить стол? Окей, играть в Adventure моде, наслаждаться игрой, в принципе, давайте мы зайдем в Adventure. И единственное, что мы сделаем ниже рендер дистанцию, 5 чанков, пусть будет именно так. Ну что, я думаю, мы готовы приступать. У нас есть выбор кнопки. Я не знаю, что такое примечание к карте. Что у нас здесь? Погодите, 100 страниц, да? Ну, ребят, я пропустил. Я пропустил третью страницу, я совсем забыл. Кто ответственный? SovietDogFish, затейник этого всего. На его душе командные блоки. Ну и строительство Under31. Главный строитель. Построил и украсил большинство локаций. Ребят, спасибо вам большое, но... Окей, мне придется, друзья. Ну что, давайте посмотрим, что же за интересная информация у нас на 100 странице. Всего 100 страниц в учебник геометрии. Убьет создатель майна за это. Окей, окей, окей. Примечание о карте. Примечание 1. Плиты могут означать сразу несколько вещей. Например, плита одного цвета может быть и текстом, и тем предметом, который дает эффекты. Окей, хорошо. Так что смотри под ноги. Примечание 2. Чекпоинты в виде кровати будет гораздо лучше, чем через командные блоки. Примечание 3. Читай диалоги, а не рассказывай про сюжет. Ясненько. Короче, понял. Да, выбери кнопку. В принципе, все. Мы готовы еще. А погодите, что у нас здесь? А здесь была пасхалка. Точно, друзья, точно, точно. А, выбери кнопку левую. Страж. Король гоблин. Что здесь происходит? Так, а мне сюда. Страж 1 говорит: стой, где стоишь? Стою, король гоблин, через громкий кашель. Отставить. Путник, подойди ко мне, мне нужно поговорить с тобой. Сори, друзья, я не умею читать, друзья. Когда-нибудь я научусь, мне 58 лет, я знаю, что уже поздновато, но когда-нибудь. Так, вот я наступил, ничего не произошло. Возможно, это я не знаю, или куда, или сюда. Тут кнопка, кстати, есть, надо бы нажать тоже, но я хочу подойти к этому парню. Окей, что ж, а вы меня звали? Можете ответить, почему меня сюда насильно прислали? Ну, на самом деле, я на кнопку нажал и сюда прилетел сам. Ну, окей, король говорит: слушай, путник, ты пришел не отсюда, верно? Мне нужна твоя помощь, помоги мне. Ну ладно, только верните меня обратно. Что я должен сделать? Путник, я принимаю твою просьбу. Говорю, я очень сильно заболел, мне нужно лекарство. Но, к сожалению, все послы умирали и не смогли, умерли, и не смогли принести лекарство. Доставь мне лекарство, я оплачу тебе деньгами и верну обратно, обещаю. Окей. А новый стол, о, как раз мне он нужен. Мне нужен новый стол, господи, я не шучу. И он говорит: и новый стол. Ладно, ближе к делу. В сундуке лежит кирка. Найди и сломай металлическую дверь и нажми на кнопку. Магия тебя перенесет на первый путь. Удачи, путник. Окей, я думаю, мы все поняли. Точнее, ничего не понял. Короче, друзья, нам нужно добыть ему стол. Ладно, я нашел дверь, кстати. Я нашел пасхалку номер 2. Короче, нам нужно добыть ему лекарство. Какое? Фиг знает. И нам также нужно... и все, в принципе. Просто добыть ему лекарство. Что у нас здесь? Кирка. Железную дверь можно обойти. Записка от короля гоблина. Слушайте, у нас обычно... Вот я могу вам немножко наванговать и предсказать, что будет. Во-первых, здесь какая-то дверь есть, кстати. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Это, кстати, очень круто. Хорошо, что сюда заглянул. По ножу пони?
почему пони? Окей. Короче, друзья, у меня есть небольшая догадка, что сегодня у нас произойдет. Мы поможем этому гоблину, и в итоге он окажется каким-то суперзлодеем, и в итоге он нас всех убьет, и это все была какая-то ловушка. Окей, обычно у нас такие сюжеты бывают на картах. Ну ладно. Окей, хорошо, что у нас за записка? Давайте почитаем. Привет, гоблинин. Гоблинин. Гоблинин? Гоблинин. Это пишешь ты, твоя память становится все хуже, поэтому пишу тебе, пишешу тебе. Что такое пишешать? Окей. В сундуке игрока, она твой запасной ключ от той металлической двери. Открывай только в случае опасности. Класс. Что за кнопка-то, кстати, вот это вот? Это же что такое? Это что такое здесь? Погодите, я что-то открыл. Погодите, я что-то слышал, нет? Что-то где-то открылось. Неужели это дверь? Но у меня же есть кирпич. Ладно, пофиг. Поехали, давайте ломать уже всякую эту дичь. Посмотрим, что у нас, что же нас ждет дальше. Так, уберите весь этот текст, он не мешает. Ага, кровать для чекпоинта. И вот он подъехал, наш любимый паркурец. У нас есть пасхалка 4.1. Пасхалка 4.2. Для чего-то нам наверняка понадобятся эти стрелы. Не зря же они здесь лежат. Что здесь? Первая глава путеводителя. Лесная полоса. Это небольшая зеленая зона, ведет в необычное место. В самой зеленой зоне нет опасности для человека. Поэтому тут любят ходить многие и любоваться лесом. Но какой-то неизвестный превратил небольшой каньон в ловушку, которая приводит к смерти. Сможете ли вы пройти лесополосу? Да, конечно, смогу, ребят. Ну, что я вообще когда-то не мог пройти? Я все прохожу, вы знаете, я профессиональный профессионал. Все, поехали. Так, ребят, что мы видим? Мы видим шулькеры. Сейчас самое главное... Черт. Окей, погодите. Если ты упал, прыгай вниз. Меня теле... Ясненько, можно дверь убрать. Короче, друзья, все, что нам нужно сделать, это магическим образом прыгнуть на шулькер, одновременно его открыть. Я не могу, ребят. Ребят, мой сетап сейчас совсем другой. Я не на своем месте, как обычно, не за своим столом. Я не могу так играть. Это все, у меня сегодня есть отмазка, поэтому, если что, я могу спокойно отмазываться. Изи. Да ты что творишь? Так, ага. Отлично. Найс. Изи. Ну, ребят, ну шулькер же это мое. Почему я не смог это сразу так нормально пройти? А вот мы и приехали. Это невидимые блоки, да? Это барьерные блоки, барьерный паркур. Наш с вами любимый, как мы это знаем. Давайте посмотрим. Ну, вроде бы хотя бы мы более-менее видим. Это что, прыжок в 4... Спасибо, авторы, спасибо большое. Ну, окей, распрыжка. Давайте пробовать. Я не знаю, я не вижу, куда я прыгаю. Так? Вот так? Окей, я допрыгнул, но я походу... я перелетел. Так, ну что, давайте пробовать. Раз и два. Отлично, окей. Неплохо. Что мы видим? Почему не могу перейти на этот блок? А, это на один блок выше надо прыгнуть. Окей, я запрыгнул. Теперь что мы делаем? Вау, чуть не упал, но все хорошо, я жив теперь на этот. И можно чекпоинт или что происходит? Раз и два, окей. Поехали, раз... И два. Ну это было слишком изи, друзья. Погодите, прежде чем мы зайдем вот на эту плиту, неужели здесь нету пасхалки никакой в самом конце этого уровня? Не может быть, я не верю. Окей, походу нет. Окей, идем дальше. Что за лес? Вторая глава «Путь водителя». Заброшенная пристань. Это синее место раньше принадлежало рыбаку Лорку, но, к сожалению, тот умер. Окей, rest in peace. Дом опустел, а пристань, ведущая в глубокое мир, в море, стала закрыта несломляемой стеной. Класс, и все, больше инфы нет. Для чекпоинта. Спасибо. Это что назначает? Нажимать слева направо. Что мы делаем? Не нажимай на кнопки дальше. Я же говорю, не надо. Дальше опасно, хватит нажимать. Ребят, вы меня таким не остановите. Ты не имеешь права нажимать... Окей, понятно. Короче, я предполагаю, что это найди кнопку, друзья. Не, не все так просто. Окей, не говорите, не все так просто. Вы же знаете, с кем вы связались. Я профессиональный находитель кнопок. И, кстати, находитель пасхалок тоже, но... знаете что, друзья? Я сейчас за рекордное время найду кнопку. Я вижу кнопку там, но это не она. Хотя мне нравятся карты, где на каждая кнопка что-то пишет нам. Например, вот кнопка верная, ха-ха, это был прикольчик. А? Окей, вот именно поэтому я хотел нажать на эту кнопку, потому что вот тут есть всякие приколы при нажатии на различные кнопки. Это что, мы телепортировались куда, простите? Стоп, что происходит? Я что, прошел? Это что, это весь уровень? Я даже не понял, каким образом я прошел. Окей, хорошо, мы нашли кнопку, походу. Тяжелый путь изнуряет. Вы решили прилечь под деревом и сами не понимая того заснули. Это что, типа мой сон? Я в туннеле? Окей, это дроперы, друзья. Ну что, вы готовы показывать мастер-класс? Поехали. Изи.
Ну, это грустно. Вот было реально грустно на это смотреть. Я не хочу на это смотреть. Удалите Кейна отсюда. Найс, хорошо, вот это уже другое дело. Пасхалочка номер 6. Найс, регенерейшн. Как будто бы нас готовит какой-то битвы в конце, вам не кажется? 100% готовит к битве. Ну ладно, посмотрим. Что у нас здесь? Опять кнопки. О, черт. Раз. Нет, нет, нет. Да? Нет, да? Да, нет. Где я? Что я? Кто это? Кто это? Где это? Что это? Кто это? Зелье варится, кнопки варятся, кнопки мутятся, фонари открываются. Что мы здесь делаем? Погодите. Не говорите мне, что мне нужно какое-то зелье варить. О, спасибо. Привет, путник. Красные чернила указывают кровавый путь. Ты читаешь это, потому что королю гоблину совсем плохо. Отправляйся через опасное ущелье, пройди смертельный лабиринт, а после доставь зелье королю. Спасибо за инфу. Погодите, а это мне все нужно, или это просто прикол какой-то, друзья? Я не понимаю, зачем мне это все. Но я возьму по приколу просто на память. Как трофей. Красные какие-то, красная дичь. Красные пятна. Где? О, а ты кто такой? Здорово, алхимик. Погодите, прежде чем мы с ним пообщаемся, наверняка здесь что-то пропускаю интересное, нет? Вам не кажется, какое-то секретное зелье? Или же за какой-то картиной что-то прячется? Мне нужно просто все исследовать, потому что, ну, ребят, ну я люблю быть внимательным. Я люблю быть внимательным, но я никогда не внимательный, поэтому давайте мы все-таки немножко все попроверяем эту карту. Ну, попроверяем ее как следует. А погодите, вот же, тут как бы текст идет. Привет, путник, ты был в ужасном состоянии, весь бледный, глаза красные. Я тебя принес к себе в дом. Ладно. Подойди к котлу, умойся, чтобы прийти в себя. После спускайся вниз, я послушаю тебя. В мыслях бьется. Окей. Ребят, что означает бледные красные глаза? Что со мной случилось? Окей, давайте лучше не будем писать комментарии, что могло с Кейном случиться и почему он именно таким оказался. Короче, вот эта кнопка, эта плита нас очистила. Мы умылись, теперь мы видим. Окей, теперь мы готовы спускаться вниз. Вот видите, я что-то же забыл все-таки, я же говорил. Что ты хочешь мне сказать? Расскажи о себе. О, великий путник, мое имя Алхимик, а твое? Ну, а мое Кейн, ты что, не знал, кто я такой? Ты что делаешь? Ты что творишь? А, ты тот, кого король послал за лекарством. Погоди, откуда ты знаешь? Хей, расскажи про свой путь спустя время. Да, твоя история интереснее, чем моя жизнь, великий путник. Тебе нужно в адскую долину, как я ее называю. А дальше, погоди, я почитаю в этой книге. Книги? Да, книга в соседней комнате, я пока настрою тут все, что нужно, чтобы ты перелетел. Перелетел быстро. Куда перелетел? Ладно, в мысли бьет стол. Хватит бить стол, у меня сегодня нет стола. Я хочу побить стол, друзья. Я хочу самогон, спасибо. Я реально хочу, я скучаю по избиению стола, но у меня его нету сегодня. Окей, хорошо, что еще самогон? Класс, просто здорово. Что мы делаем? Мне нужно в соседнюю комнату, он сказал какую-то пойти. Погодите, нажми на кнопку после всех диалогов. Окей, а мне нужно проверять все сундуки? Тут же пасхалка будет какая-то, да? Ну, кроме самогона здесь что-то будет? Я надеюсь, друзья, я надеюсь. Камон. Во. Вино, другое дело, регенерация. Хорошо, еще вино мы это все собираем, наверняка нам для чего-то нужно будет. Бум. Кровать для чекпоинта. А вот мы в той самой адской долине, я так понимаю. Путеводитель, глава 3. Ущелье страданий. Раньше это место было небольшим поселением людей-отшельников, которые добывали руду. Но пришел один злодей и превратил это место в ад. Люди, совсем одичав от мук и страданий, начали голыми руками хватать огненные камни и складывать слово help, что на языке людей значит «помогите». То есть, погодите, hell, а типа английский язык — это не язык людей. Ну ладно, я прикалываюсь, я шучу, окей, идем дальше. Но помощь к ним так и не пришла, теперь тут летают черепа. А где черепа? На, ну я понял. Так, ну чекпоинт мы активировали, если упадешь вниз, то как Эль Приму ныряешь в лаву. Кто такой Эль Приму? Ребят, кто мне подскажет? Ну-ка, лор-мастер, объясните мне, что такое Эль Приму. Так, а тем временем... Да ты что делаешь? Ребят, я зажал пробел. Сори. Так, давайте немножко освоимся, поймем, что это у нас за такой здесь паркурец будет. Что мы вообще делаем? Что мы творим-то здесь? Я так понимаю, нам нужен портал. И уже с портала нам нужно на наш любимый забор. Окей. Наконец-то, боже мой, как же это было сложно сделать. Я молчал и прыгал, и падал. Окей, по идее, я не могу сейчас больше зафейлить, друзья. Иначе мне опять придется это проходить. Что мы здесь делаем? Во как, да? Погодите. Вау, это, конечно, очень мило.
ребята, я не понимаю. Мне что, вот сюда теперь? Ага, я вижу кнопку. What? А, help, вот то самое место, где было написано help. Окей, замечательно, погодите, только... Погодите, кровать. Погоди, а как мне на кровать-то запрыгнуть? То есть я могу проходить дальше, но там была кровать с чекпоинтом. Почему я ее пропустил? Почему бы я телепортировала сразу сюда? Я не понял, ну да ладно. Знаете что? Мне пофиг на кровать, мне она не понадобится, потому что я больше никогда не упаду. Вообще в жизни на паркуре я больше не падаю. Ребят, я обещаю, я клянусь. Фух. Так, отлично. Здесь, осторожно, отлично. Теперь мы идем раз, мы идем два. Красавец, какой же ты красавец. Так, и теперь. Что теперь? Куда теперь? На эту лаву? Вы думаете, это... Yes. Окей. Так, 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 так. И раз, и... Два. Какой же я молодец. Окей, со второй попытки можно считать. Со второй попытки, хоть я до миллион раз упал на первом прыжке. Но как только я прошел этот прыжок, изи. Бум. О, нет. Это только не лабиринт. Райский лабиринт. Это место, великолепное место для отдыха было до прихода злодея. Он превратил райский остров в лабиринт. А, то есть это был райский остров. И теперь это лабиринт. Ребята, здесь снег. Это, знаете, это не очень хорошо, потому что под этим снегом может скрываться какой-то секретный проход. И что вот это за место? А, класс. Погодите, может быть, все-таки тогда вот что-то под одним из этих снегов скрывается? Ну я же не перестану шифтить тогда. И вообще, для чего здесь эти плиты? Для чего они здесь? Объясните мне. Мне кажется, как будто одна из этих плит может нас... Нет... Нет, 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 окей. Хорошо, давайте пройдем лабиринт, давайте пройдем, давайте пройдем. Давайте посмотрим, насколько он сложный. Ну вот зачем надо было здесь снег? Я же сейчас не буду, я буду не переставать шифтить. Потому что я буду думать, что под каждым из этих есть строительные леса и меня куда-то поведет. Кстати, еда, не пасхалка, спасибо. А, хорошо, значит, я предполагаю, что выход из лабиринта где-то вот здесь. Нет, это было бы слишком просто. Погодите, где я теперь? Почему я хожу кругами? Туда или сюда? О, черт, куда? Сюда. Найс, найс, найс. Куда я, черт возьми, пришел? Я понял. Я пошел еще раз туда, друзья. На этот раз мы выбираем другую плиту, которую я только что не выбирал. То есть, ну вы поняли. То есть, ну вы поняли, окей. То есть мы идем сюда, и теперь выбираем вот эту плиту. What? Окей, что теперь? Очень интересно. Где я? Что это? Что здесь происходит? Я здесь был! Окей, одну секунду, одну секунду. Каким образом я снова здесь оказался? Погодите, погодите. Можно мне убрать? Нет, у меня бесконечный эффект теперь. Просто замечательно, моя любимая. У меня есть идея, у меня есть одна идея, у меня есть одна идея. Я буду ее придерживаться. Значит, мы идем сюда. Мы идем сюда. Теперь нам снова даются эффекты. И вот здесь где-то был выбор. А что если мы пойдем вот сюда? Давайте посмотрим. И нас телепортирует... Куда? Во, я же говорил. Этот лабиринт привел меня сюда, только вот вопрос. Где тут свет? Это хороший вопрос. Бум. Изи свет. Опа, а это моя любимая викторина, друзья. Что у нас здесь? Кажется, вот он, окей. Какой ник автора, ответственного за командные блоки? Командные блоки строил Soviet Catfish. Soviet Dogfish. Soviet Fish. Soviet Dogfish. Я все помню, друзья. Если... Ребят, я профессионал в викторинах. Вы сейчас увидите. Какое имя создателя карты, который в ответе за строительство и помощь первому основателю карты? Мистер Андер 31. Андер 31. Я все помню. Это изи. Следующий вопрос. Имя короля гоблинов. Стоп. Гоблинен. Гоблинен? Гоблинен. Гоблинен. What? Итак, это... Окей, это шутка. Что я здесь делаю? О нет, о нет, о нет, о нет, о нет. Окей, 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 моя вина. Я не поставил спампоинт, я забыл. Да-да-да, проехали, поехали. Так, теперь идем сюда. Значит, дальше Under 31. В смысле? Погодите, еще раз. Именно гоблин. Гиблин? Гоблинен. Гоблинен. Да там было написано гоблинен вроде бы. Где? А, гоблинен. Сори, да-да-да-да-да, опять моя ошибка, окей. Как называлась в путеводителе адская локация? Райский лабиринт, ущелье страданий, что-то знакомое, заброшенная пристань, смертельное ущелье. Ущелье страданий, если не ошибаюсь. При помощи чего нужно было сломать металлическую дверь в переговорном зале короля Гоблинина? Железная кирка, это же было изи, да? Железная кирка, изи, изи, изи. Так, сколько всего локаций на карте? Черт. 10 или 12?
Я, черт возьми, не знаю. Ну, давайте, пусть будет 10. Найс, красава. Сколько всего создателей сколько всего создателей создавали карту? Двое, вроде бы, да, yes. Какое имя того, кто забрал Кейна с заброшенной пристани? Стоп, алхимик, да? Кейна никто не забирал, алхимик, я помню, господа, я помню. Следующий вопрос. Как получить командный блок в Майнкрафте? Только если победить, только командой, никак не получить, спавнится в данжах, только командой, изи. Сколько всего пасхалок на карте? 11, я помню, yes, видали? Фух, вроде прошел, теперь нужно идти прямо. Бум. А тут красиво, только где мой стол? Ладно, нужно идти дальше, в мыслях бьет стол. Окей, значит, что прежде чем я пойду дальше, должен здесь где-то быть спрятан какой-то секретный путь. Я же говорил, пасхалка номер 10. Погодите, мы уже в конце карты, осталась последняя пасхалка. Вроде бы, да? Что происходит? Что это было? Почему меня никуда не телепортировало? Что произошло? Чего? Ребят, я чуть-чуть сломал? Wait. Погодите, что-то... Что должно было произойти? Видите, здесь есть какой-то путь, какой-то туннель вниз. А почему не открылся? Я сейчас сломал карту опять. Как? Как я ее сломал? Я же все... Окей. И вот сюда я, по идее, должен был попасть с самого начала. Я не понял, почему я сюда не попал, но мне дали торч, это, конечно, круто. Окей, поехали. А у меня реакция как-то замедлилась. Ладно, и я пойду в... Ай, ногу подвернул. Господи, буду пытаться идти. О, черт возьми. А почему мои факела... Почему Optifine? Optifine? Погодите, стоп. И, ребят, я... Вот, другое дело, ребят, сори. Оу, шит. Что-то здесь не то творил. Погодите, я вижу пасхалку. Я пропустил молоток для выбивания стекол. А, найс, это хорошо, это мне понадобится. Выбивание стекол вот здесь. Так, тут где-то осколки стекла. Я вижу отблески, но не могу понять, где стекла. Изи, минус стекло. А, я же проверю аккуратнее. Окей, хорошо. Я не понял, зачем мне нужно было ломать стекло. А, мне можно еще вот это ломать. Найс. Господа, забытый. Кто забытый? Я не забытый. Эй, привет, я не знаю, кто ты, но если ты это читаешь, мне уже нет в живых. Какое мое имя? Забытый. Буду называть себя именно так. Ты, наверное, видел кровавый след, и ты упал в воду. Я не знаю, найдешь ли ты меня, но все же ближе к сути. Я слышал, что в мире происходит какая-то ерунда. Это все алхимик, я даже так и знал, что будет какой-то плот-твист. Но я почему-то думал, что это будет сам Гоблинин, оказался алхимик. Это он виноват. Что Джек Лондон Локер Ларри и еще куча людей погибли. Если ты читаешь это, то убей его. Я оставлю путь, по которому ты должен сможешь прийти на него, помоги всем. Я же так и знал. Только погодите, а куда идти-то? Вот сюда, нет? Да? Ребят, я же так и знал, что что-то тут неладное, неважное происходит. Ой, это, конечно, круто. Тут, типа... Погодите, у меня есть идея. Ага. Вот оно что. Мне сюда идти? Бум. А, эффекты убрались. Слава богам. Ну что, давайте надаем по лицу парню, тому самому. Эй, алхимик. Погодите. А, да. Эй, алхимик, ты все уже знаешь? Да, это я виноват. Ха-ха-ха. Как долго до всех доходило? Это я заразил мир и короля. Я вызываю тебя на дуэль. А, ладно, я понимаю, все равно ты скоро откинешь копыта. Не тут-то было, потому что я беру свою последнюю пасхалку. Погоди, штука один. Вот она, последняя пасхалка, штука один. А теперь думай, зачем тебе все это было. На не пасхалку в самом начале, так ведь. Окей. Ребят, все, я готов. Значит, у нас есть регенерацию, сейчас выпьем. У нас есть золотые яблоки сюда. Лук мне не понадобится, но на всякий случай возьму. Вот щит я тоже возьму обязательно. И я думаю, мы готовы лупасить парня. Поэтому поехали. Наступи на плиту, чтобы начал босс батл. Давайте мы сразу же съедим яблоко. Мы выпьем регенерейшн. И поехали. Самое время. Йоу. Погодите, если что-то пойдет не так. А, стоп, что-то пошло не так. Погодите, а где? Wait. И они не спавнятся? Йоу. Погодите, а почему моботы не спавнятся? Господа. Окей, господа, у меня только что произошло несколько казусов. Во-первых, я уже сразился с алхимиком, я победил его, но у меня это не записалось. Я победил его еще раз, окей. Во-вторых, я не знаю, как карта кончается, что нужно сделать в самом конце, чтобы она закончилась. Тут нет никакого скрипта, я не знаю, друзья, я не понимаю. Мы прошли карту.
если что-то пойдет не так. Ну, окей, я заспавнил его, я его победил. Минус алхимик. А дальше что теперь делать? Так, ну, ребят, ну, смотрите, я не вижу здесь никаких командных блоков, здесь как бы ничего. Окей, мы убили алхимика, а где конец карты? Я... даже не знаю, окей, посчитаем, что это конец, может быть, погодите, если рендер дистанцию побольше сделаем, мы увидим какую-то новую комнату, ну, здесь где-то в конце? Нет? А, чё? Ладно, ну что, я могу, я думаю, мы засчитаем это как победу, типа, ну, как бы мы выиграли, типа, мы прошли карту, я надеюсь, что я все правильно сделал, поэтому, я думаю, самое время сделать следующее, прописать наш любимый фил и сказать следующее, йоу. Авторы, это была шикарнейшая карта. Мне супер сильно понравился сюжет. Плюс все испытания идеальные. Не было никакого выживания и так далее. Единственное, вот мне кажется, это моя вина. Это я сломал карту в самом конце только что. Ребят, ну зато мы полностью прошли карту. Мы все увидели, мы ничего не пропустили. Единственное, что вот я... Черт, слишком громко. Единственное, что от чего мне грустно, это то, что мы, возможно, пропустили финальную комнату, которую я не знаю где. Мне должно было туда телепортировать как-то. Но меня не телепортировало, поэтому йоу, Soviet Dog Fish и Адвер 30. Я надеюсь, я правильно прочитал ваши ники, сори. Короче, ребят, спасибо большое за эту карту. Это было супер круто. Мне дико понравилось. Не забывайте, ребят, оставлять ваши лукасы. Поддержите меня, поддержите подписонщиков, которые сделали мне эту карту. Можете сами присылать карты, если хотите. Ссылочка будет там. Не ссылочка, а прям почта будет в описании. Кстати, вот он, тот самый парень, который нас всех подвел. Также подписывайтесь на канал, жмите бубенцы. У нас тут видосы каждый день пилятся, мутятся. Ну а с вами был тот самый мистер Клен. И всем пока.